Итак, всем привет! С вами канал Хуторянин выходного дня. Сегодня Хуторянин едет в гости к своим ученикам. У них недалеко здесь есть хутор. Если кто смотрит канал Хуторянина, то может помнит, приезжали на помощь, когда я строил хлев. Три брата заливали бетон. И вот к ним я еду в гости, у них здесь ну, 5 километров от нас дорог. Они на нем не живут, но у них там остался дом от родителей. Они его, старый дом, они его сломали. И там сейчас себе строят гараж, мастерские, дровник. В перспективе они хотят построить там себе еще дом. Так, такие у них планы. И вот я еду к ним в гости. Поехали! Игорек за рулем, по-моему. Да, Игорюха. Улыбается. Игорек, ну скажи пару слов. А что сказать? Ну, поздоровайся с людьми. Добрый день, да. Что вы строите? Сарай построили. Ну, это не сарай, это уже сарай. Гараж, я так понимаю. Мастерская и дровник, да? Недостроено, но... Серега, кто у вас главный спонсор программы вашей? Все спонсоры. Все у кого больше финансов, тот и спонсор. Тот и спонсор, да? Доски мне такие тоже пригодились бы, конечно. Это намек, что можно приехать забрать. Да, но только холодно. Не показывай, где камеры стоят. Охраняется. Охраняется камерами, да? Все охраняется, да. Я уже тут снимал уже беседку, снял чуть-чуть. Заходил. Сколько вы, какой размер у вас? 13 на 6,5, да? Сколько кубов на фундамент засунули? 8 кубов. 8 кубов подушка плюс... Плюс полы. Тоже 8 кубов. На полы 8 кубов. 16 кубов? Да. Ай-яй. Вы кони, просто кони. Еще помимо этих 16, конечно, камни, плиты использовали. Ну понятно, от старого дома, да, которые были? Ну да, дом еще разбираться будет старый. От старого сарая, точнее, будет. А, от старого сарая. Да, дом еще разбирается. Плиты немецкие, да, которые еще с Первой мировой войны, я так понимаю. Да, с Первой мировой войны. Вот они там лежат. Там дальше видно, много еще осталось. А, туда, на рыбалку идут. Вот плиты от Первой мировой войны. Немецкие. Вот такая беседка. Ты давно тут не был. Все в процессе. Для себя нету времени. Бэушный кирпич. Тоже не доделано еще. Такие старые балки. Куда пошел? Работать? Наверх. Ну расскажи что-нибудь. Ну. Работ много надо делать. Я понимаю, да. Колодец надо копать. Вода, колодец старый. Возле болота. Как дожди, так вода сразу. Надо с собой воду возить, получается, да? Ну да. Возите. Питьевую, да? Чистить. Пробовали чистить колодец, бесполезно. Новый, да. Думал, птицу. Да. 3000. 3000, да? Запросили, да. Да.
что это у вас за постройка такая на Яблоне? Детям домик на дереве. Детская мечта. Детская самого, да, у всех достроено. У всех детей такая мечта. Только еще нет лестницы. Еще чуть не достроено, да. Докрасить надо, там окна поставить, двери и лестницу установить. Пока молодцы, так. Хорошо. Это вообще вот это козырно для детей. Это, конечно, счастье. Пока так, но потом потихоньку времени мало, конечно. Да, время, потому что надо сказать, что парни еще работают у нас с техниками, также преподают стройку. Игорь и Сергей. Чуть-чуть строимся, но... Плюс еще занимаются побочно, кому-то помогают что-то делать. Для себя время, конечно, да. Не остается, это так. Сапожник без сапог. Сапожник без сапог, да. Сколько лет мы уже с вами знакомы, Серега? Ой, с 2006 года. 2006 год. 15 лет, да. 2006 год, это, а сейчас у нас 22-й, 16 лет. Совместной жизни. Проходили школу молодого бойца у Мастака. Получали. Получали, да? Сильно получали. Особенно ты получал. Когда надо. Особенно ты получал. Игорек, может, еще и получал, а ты-то вряд ли получал. Ты же мне был любимчиком. Надо. Может, кому камни надо? Что вы с ними делать будете? На дорогу большая часть, наверное, уйдет. Дорогу? Некуда девать, да. От старого сарая. Трактор вывез туда, вот, под дерево. Большую часть, большие камни там, здоровенные такие. Есть некоторые, которые по несколько, даже тонн, наверное, весят камни. Да, большие, это очень, очень такой, как типа там сарай, да, стоит? Ну, здесь только, да, здесь был фундамент только из таких камней сделанный. Уже оставшись. Ага. Много под землей было, погреб, такой старый такой погреб был. Разобрали все. Ну, и, конечно, разумеется, бардак получился. Вот, ну, бардак уберется. Потихоньку ровняем. В прошлые выходные здесь под снегом не видно, тут заравнивали все. Угу. Камни откидывали назад на поверхность, чтобы потом увезти на дорогу. Где-то камни, где-то куски бетона. Так, потихоньку надо строить. Утепляли? Стройка где-то еще на 10 лет рассчитана. Блок утепляли? Дом. Нет, не утепляли. Я здесь просто не рассчитывался особо на отопление никакое, пока просто как с гаража, как времяночку такую, где, ну, как бы, как говорится, куда приехать, вот сейчас, ну, да, переодеться и так далее. Решили там печку поставить, поэтому так. А так... В гараже или в мастерской? Мастерской, да. Гараж будет без отопления. По крайней мере, пока. Может, потом электрокар, если будет. Это у нас гараж. Да, ну, бардак, конечно. Ну, это стройка, все это объяснило, все понятно. Это бардак. Еще потолка нет. Ну, здесь пока, да, тоже решили не делать. Там в мастерской все сделали, утеплили потолок. Чем утепляли? Ну, ватой насыпной. Ватой? Да, насыпали. Была старая какая-то вата, частично там, но так, насыпали. А это у нас мастерская, комната отдыха. Планировалась мастерская, получилась жилая комната. Пока что. А печку это будете ставить? Да. Поставить. Быстро нагревать. Ну да. Сколько у вас здесь размеров? 32, что-то квадратных. Квадратных, да? 4,5 на 6. Ну что я скажу вам? Молодцы. Хорошо. Двери так по деревенскому сделаны. Нормально. С ОСБ. Я уже смотрел, что двери покрасили досочкой. На пульт управления. Хочешь на пульт управления двери делать? Нет, чтоб как. Как говорится, потом уже и поменяется, а так с утеплением тоже сделали. Угу, доска. Да, я понял. УСБ. Да. Так, просторимся. Ладно, разговаривать хорошо, надо работать. Что вы будете делать сегодня? Короба пошивать дальше. Хорошо. Там мороз можно пошить. Понятно. Я оставил стремянку. Игорек, кто у вас бригадир сегодня? Я не понимаю, ты или Серега? Серега. Ты не хочешь, что-нибудь потом.
Даже дома своя, да? Так, давай, наверное, напилим что-нибудь. Работает? Да. А мой замерз на морозе, Шурик? Добро что снести. Ну так сколько твоему лет, Шурику? А не знаю. А этому сколько? Этому год, наверное. А, год. Это вот ударный этот. Угу. Второй. Без удара такой же самый. Это тоже комплект брали, да? Да, это тоже с боем, типа. Угу. Ну, этими удобно, они маленькие. Быстрые, очень шустрые. Ну и никогда не прокручивают. Он бой начинает бить и угу. Намного. Намного, если так качество не работать, быстрее получается ими. Здесь ровно по стропе надо. Первый этап. Нормально. Ну, подайте доску. Попробуем прикрутить. Надо вот ту лестницу поставить. А второй шум съешь. Давай, давай. Тут, наверное, так плохо будет, согнет что-то. Сейчас, погоди, придумаем. Не-не-не, на стенку ставь. Стенки? Давай туда вниз. Там увидят, мы никому не покажем. Не, ну потом щели все равно будут. Давайте, счастливо вам. Да, счастливо. Спасибо, да? Что приехали. Спасибо, что позвали. Давай, Олег. Говорите, так, да. Да. Счастливо. Давай, Катя, счастливо, да? Давайте. Да? Да, да, не проблема. А? Почему, типа, не могу прижать? Выходной день. Парни остаются работать. А я обратно на свой хутор. С вами был канал Хуторянин выходного дня. Такая у меня получилась поездка к моим парням, гости. Всем пока, до новых встреч. Будьте здоровы, мира, добра. Такие хуторские дороги. А здесь я прямо не проеду. Трактора нарезали.